Так, сейчас картинка должна появиться. Обязательно должна появиться. Ждем картинки. Да, появилась. Поехали. Previously during the investigation. F.K. In the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Ah, the perpetrator. Bit off Anna's tongue. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Oh, well, there's an old story. Folklore. It's a fairy tale to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. She had a red dress on. She was a goddess. It's starting to rain. I think this case may take a while. Ну, я, как всегда, надеюсь, что... Мы ее пройдем сегодня. Ну, все отличненько. Тут раз все получилось, но был вообще все черный экран. Так, где моя ментовская машинка? Да, все, звук есть, отлично. Так, куда я хотел? Сегодня у нас с 21 до 22 надо... Дайте вспомнить. Мне вроде надо в кафе на задний двор. Она мне что-то хотела передать там. Какую-то улику, может. Зацепку. На поимку этого вора. Да, я хотел съездить, кстати. На заправку посмотреть, что там есть. Так, это заправка у нас, ну? Пока времени хоть отбавляю нас. Да, это вроде не заправка. Сохранение обязательно, потому что игра очень часто вылетает, поэтому без него никуда. Такие вещи тоже не надо упускать. Дополнительные денежки. Ну, а тут, кстати, можно, наверное, играть в бильярд даже. Загрузки очень долгие, не понимаю, почему так. Ну, скорее всего, игра не оптимизирована. Тут закрыто.
Наверняка ночью надо идти сюда. Или вечером, ближе к вечеру. Все закрыто. Моя машина оказалась там. Так, ну... Я смотрю, у нас бензинчик качается, надо куда-то уже подъехать, где машина у нас. Ментовский есть. Так, у оружейника тоже. Тихо. Закрыто, да. Тут и ящики можно обсматривать. Сейчас тогда доедем до точки. И будем искать, где бы можно вздремнуть, потому что в 6 часов еще, так 7 даже. Не хочется ждать. Вот, кстати, заправочка. Вот это, что в оранжевом отмечено, это, короче, мы взяли за 2000 баксов в магазине карту, где отмечено место... Как же она называлась? Что-то... Живой покойник или что-то такое? Говорить. Так я не понял, ты будешь вдруг нас заправлять, не? Машина уже тут стоит. Нормально.
Собачка. Да, время тут идет не слишком так быстро. Так, ну ладно, давайте тогда заправимся, если нам дадут. Можно же, да? А вот до сих пор не понял, мы выходим, там этого не написано. Или написано? Нет, не написано. Чё, на машине туда заезжать, что ли? Войти туда нельзя. Он уходит. Собачки уже нет. Тут можно спрятаться. Так, что тут? А, да, вот про маркер забыл сказать. Там, короче, какое-то задание. Ну, там просто это вот пофармиться. Я там в прошлый раз аптечку взял большую. Что весьма неплохо. Ну, в принципе, то задание никаким боком не лежит с основными миссиями, сюжетом. Ну, и мне кажется, это же ненормально, что он постоянно мигает. Может, его я не прошел до конца? Но я был уверен, что прошел. Я вот не помню, где точно можно посмотреть список вот этих заданий, которые обозначены на маркере. Может, на карте? Ну вот да, побочное задание, дополнительная миссия. Вот. Пройдено, а это значит не прошли мы до конца.
Отчет нужен на этом месте. И после этого задания у нас в той части у меня интернет пропал. Короче, ну, получилось не слишком так хорошо, но там, в принципе, я и хотел заканчивать. Но все равно немножко расстроился, что так получилось. Так, друг-то, ты чё? Ну, а теперь тёлочка вышла. Ага. Так, ну ладно, они не хотят разговаривать. И так постоянно тут с такими миссиями. Половину бездельничаешь, половину вот миссии только начинаются. Не, а зачем нам мойка? Jack, here's the Ben Franklin you wanted. Give it to me. Так, понятно. Hey there, Benjamin. I wanted to talk to you. Have you heard this yet? I'll tell you another one when I see you again. Did you see that? It was as if we weren't here. I wonder what that was all about. Did it make sense to you? Интересно, машину можете собирать? Так, взятки он все уже не принимает, да?
Телочка тоже не ходит. Может, это рандом? Так. Да, что-то странновато как-то. Мы дали ему денег, нет? О, 26 глава, это мы, наверное, сегодня не закончим. Ну, хотелось бы, кстати, все побочные задания, конечно, проходить, но не понимаю, как проходить это вообще. Ну вот, есть он на заправке, есть я, и чё? Чё дальше-то? Вот выезжаю, он выходит, я ему даю 1000 баксов, и всё, задание пройдено. Но тут уже такого нету. Это значит в другой главе, я так понимаю. Ладно, поедем на задание, там посмотрим, где можно отдохнуть. Я так понял, тут даже и гонка есть какая-то. Такой деревянной машине я не думаю, что. Zach, if you notice anything, just stop me. Легко пройдется, видите, как заносит ее. Так, где тут спальный район-то?
Так это у нас 100 лет. Ну это, по всей видимости, душ. Ванная комната. Оба, Мишка Панда. Так, ну у нас патронов много. Сабля новая появилась. Декоративная сабля. Так, ну чё? Да, у нас, кстати, новый костюм появился, вот такой вот. И вот такой вот. Тогда сейчас поспим, да? Вот легкий сон. Перекусим чупа-чупсами. Что у нас там есть у нас? Переоденемся. Ну такой, ну шикарный, шикарный, я думаю, да? Все тёлки наши. Так, у нас 30 минут остается там где-то, да, в пределах?
Так, кто уже спер мою машину? Где она? Да, в ящике патроны для пистолета лежали. Хорошая почта, что-то. Ну, все закрыто, естественно. Может ездить обратно, посмотреть, открыли ли вы оружейный магазин? Оружейный. Мне кажется, он с 9 открывается. Zach, we can take a rest if you're tired. Заправки же вроде круглосуточно работают, да? Во-во-во-во, как раз, отлично. Посмотрим, что там. Найс. Вот наш дробовичок. Хм. Thank you.
Я-то думал, у тебя дробовичок можно будет купить, а ты... Давай тогда поговорим с тобой. You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Compliments do nothing. I strive to meet my ideals. Others may judge my results. The words of a true craftsman. Your job must be your hobby. No, I have another hobby. You do? Aside from work. Tell me then, what is it? It's nothing special. Since I was a kid, I always liked to collect cards. Cards? Like trading cards? That's right. That reminds me. I got this one after I came to this town. Hmm. This is a precious one. Where did you get it? I picked it up around here somewhere. I didn't really think much of it. I see. Then how about a trade? A trade? Here's an idea. As a collector, I just love looking at rare cards. I'd love to take a look at the cards you have. I won't take them from you. And I'll give you something, depending on how many you show me. You'll pay me just to look at my cards. You really must be a card freak, huh? Двадцати до шести, ага. Так, похоже, 26 глава, это что-то там будет особенное. Ну, короче, полностью доступен весь игровой мир. И только одно задание, на которое мы поедем потом. Так, а у нас сколько карточек? 8 карточек. Will you show me your cards? Of course. You've got more than 8. I've never seen any of them before. I appreciate you showing them to me. Here's a little something, as promised. If you find any new cards, come show them to me, will you? Так, а что же он нам подарил-то все же? Я еще хотел на рыбалочку там сгонять. Нет, только... Когда у нас будет легендарный? Наживка? Тихо, ну куда ты? Бред как паровоз. А? Хм?
No, nothing. Just my imagination. Так, открыто. Походим, посмотрим, чудо как тут. И ты-то тут опять. Он везде успеет побывать. Кайсон. Что-нибудь есть другое? Да, жалко, нельзя поиграть. Anna, where are you going? Don't leave me. You there. Do you know where Anna is? Anna. My dear Anna. Zach, let's do this later. I don't think we'll get anything out of her like this. You! Yeah. Буравчик.
Yeah. Да уж, ничего полезного. Двадцать пятьдесят пять. Ну, в принципе, успеваем. Ну, что, все тут. Больше ловить нечего вроде. Ну, приедем, а как раз будет наше время. Так, алло, Ник. Царапали мою машину, куда вы? Скрывается с места преступления.
Well then, Olivia, talk to me. Yes. In the beginning, Nick only went to the gallery during the day. But he went so often, at some point he became friendly with Diane. They started going out drinking together, and now he doesn't come home until early morning. He always says that they were only drinking when I ask. He blames me for not being able to talk about Turner and Rembrandt. Which of course I can't, can I? So what can I say? Finally, I couldn't take it anymore. So I followed him. He did go to the bar, to start with. Diane was there too. But the real problem is where they go to next, right? So I waited outside the bar to see where they might go. And they eventually left the bar and headed for the art gallery. But it was already early morning, but it was still dark. Just before going inside, Diane turned around. It should have been too dark to see me, but I swear, her eyes looked right at me. They seemed to flash for a moment. I was so rattled that I left and went home. The next day, Anna was found dead. I didn't know what to do. I went to the gallery to talk with Diane about it, to confront her. But once I was there, I couldn't find the courage to go through with it. Then I saw you there, and I just felt I had to go home. Nick has been seeing Diane every night recently. He just left for tonight, too. I really don't know what to do. York, we ought to take Nick in for questioning. No, not yet. This alone isn't enough. Emily, answer me. This is Emily. Agent York is with me, too. I've just received word from Thomas at the Sheriff's Department. Something has happened at Becky's house. He was called in by Quint, but he wasn't making any sense. We have no further details. I've sent Thomas over there. Can you go back him up? Yes, sir. One other thing. It sounded like he said, raincoat killer. This may well be related to the murder case. Take all due precautions. No! It couldn't be! Nick! Oh, please, no! What can I do? Nick! Olivia, calm down. Emily, take care of Olivia. I'm heading over to Becky's. She lives in the big house over by the lake. Hurry! Наконец-то. Just hope this isn't anything serious. Damn it, Zach. We may have screwed up during the investigation. Yeah, you quit. Better hurry, Zach. I have a bad feeling about this. Becky's house is by the lake. Так, сначала нам надо посмотреть, как было проект. Дебри.
Так, сейчас, короче, проезжаем. Потом налево. Направо, налево. Едем по этой дорожке, привет, пункт. Готово. Однако далековато. Я уже заблудился. Игра как бы намекает, что типа задумайся, возможно, это не убийца. Дождевики. Дождевики. Becky! I'm sorry. That's all he would say since I got here. Quint, tell me, what did you see in there? Dev! Did you see the raincoat killer? Dev! Ну что вы тут в баре видели? Thomas, did you see Nick here? Oh,
Becky. No. When I got here, he was already like this. Emily should be here soon. Call George and tell him to get over here. And wait out here. I'm going inside. Once they both get here, follow George's orders, okay? Yes. But Agent York, isn't it dangerous to go in there alone? Don't worry. Zach is with me. Zach, let me smoke one first. I need to clear my head so I can take everything in. Так, ну наконец-то задание хоть какое-то. Zach, they're here too. I had a nasty feeling about this. Let's hope it's not a big welcoming party. Ну, все понятно. И убежал, да? Вот урод, а? Ну вот как? Не было его. Как долго, ой. Не туда пройти нельзя, ну? Ой, господи, ты просто перелезь ты, а? Zach, that's a strange coincidence. Look, red velvet, just like the place where Anna was murdered. А вот точно не пойму, вот что это за у него флешбеки такие происходят. Может, это в его голове просто-напросто, а мы так просто ходим. Как зацепки, а на самом деле вот этого, ну просто его как выдумали, да? Убийца. Ну, мы должны найти убийца, а так просто представляем, типа убийца еще среди нас ходит, гонится. Потому что это было бы нелогично. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle.
дорогой друг. Great. Yes. Yes. Bullseye. Давай. Эти черные пятна. Господи, тут все черное, а? Боже мой. Nice shot. Amazing.
отсюда надо сваливать попросту. Ничего тут такого и ценного прям нет. Пойдем, пойдем быстрее, быстрее. Они тут бесконечные. Блин, а? Тут все, да? Это что у нас? Респаун леденцов. Что это? Shot.
bullseye. Amazing. Great. Amazing. Yes. О, это наш друг, кстати. Куда ты идешь? Thank you.
первое, что нашел. Но он нас заметит тут, я уверен. Вот и мы лежим. Ты же видишь, да, нас? Zach, this is a waste of time. Let's go. Не, ну почему мы от него прячемся и одновременно за ним идем? Че это за прятки? Как он пролез здесь? Давай пошумим, конечно, как раз. Мне, кстати, кажется, что мы будем от него так же убегать, поэтому ящики все надо разбить. Бегу чуть-чуть. Bullseye. Great. Nice shot. Вот зараза. Amazing. Nice shot. Yes. Yes. Ну, убили все. Брокколи. Пули 5, 56, 45 метров.
две двери. Все? Вот мы теперь на этой стороне. Липучка. Че это такое? А, шипучка. А, ясно. Да, это было невозможно просто и тут перелезть, и там. Так, третья улика. Что это? Топик, что ли, не понял? Блузка или как это? Откровенная одежда. А, кровавлен. Господи. Ну чё, себя сама резала? Не понял. А, не, не хватит. Thank you.
Very bad, Zach. Что там? Покажите, она быстрее. The raincoat killer gave Becky a visit. Hold on. Ох, ё-моё. Can you hear that? Is it rain? No, it's the shower. Zach, the bathroom, quick! Подожди, есть телефон. Телефон, дайте телефон. Где телефон? Так, я вижу телефон. А, вот же. Так, тогда... Открыть. Нужен шип. Ну я не думаю, что там убийца прям моется, убил и помылся, да? Может у кого-то учились там отмены. Так, ну что, все тогда? Живая. Zach, she's still alive. Who did this? Who was it, Becky? Anna. Becky, what happened here? George, stay back. She's trying to speak. We don't have time. She's dying. Thomas, cut that wire. No! We must get her to the hospital immediately. What? Anna. A what? Не режь провод. What are you doing? Get out of the way! I'll do it! No, don't! George, stop! Idiot! Че, ничего не могут вообще сделать, придурки? Thank you.
Пипец, идиотизм. You got us good this time, Zach. Кстати, ключ от сейфа. Oh. Тупой шериф, а? My dear sister, I'm so, so sorry. I was a fool to fall for a man like him. I don't have the words to apologize to Anna. I left her there. She was suffering so much, and I just ran away. I know he wanted to kill me too. But I'm not going to let him get away with this. I followed him after he was finished. He carried Anna into the woods. Anna was holding on to that precious locket of his. He couldn't remove it from her hand, even though she was dead. But she let go of it for me, though. It was like she gave it to me. So I brought it home. I might be able to bring Anna's killer down with it. I want you to see it. I know even he wouldn't dare to harm you. He'll catch me, though, if I go into town. I'm trapped in my house. So I've asked Isaac and Isaiah to deliver it. They totally believe that Anna became a goddess. I believe so, too. She looked so beautiful. As though she might smile back at any moment. I have something else to confess to you. I borrowed a pair of your shoes without asking and broke the heel on one of them. I'll send them along with the locket. I'm sure the shoe can be fixed. So Becky is Miss Stiletto Heel. And
and she gave the locket to the twins. Must be the special secret Lily told us about, Zach. We'd better go and see her first thing tomorrow. Emily, who might this sister be that Becky was referring to here? That would be Diane. Didn't you know Diane and Becky were sisters? I should have known, Zach. We're all family. Так, что у нас, игра полетела? Понял? Или грузит? Да, похоже, на этом все. Прекращение работы программ, все ясно. Ну ладно, тогда сейчас вернемся через 5 минуток. Я, ну, 10 максимум, где-то чуть-чуть передохну и продолжим дальше. Всем спасибо.